Здравствуйте, дорогие друзья и враги! Я жду вас на нашем общем празднике, на моем концерте, творческом вечере в Ереване 30 сентября. Это начало моего большого тура по всем тем странам, регионам, где есть мои и друзья, и враги. И, конечно, вас ждут арии, песни, вас ждет и политика, которую многие любят. Я не люблю, но вы ее получите, если вам ее мало. Конечно, произведения классиков Шекспир, Пушкин, Лермонтов, Цветаева, Ахматова. Все то, что создает нашу цивилизацию, потому что во главе всего слово, чувство, передаваемое через слово от меня к вам. И вот это наша встреча, и эти наши встречи, потому что сегодня на, в общем-то, на самолете, на машине все практически близко. Надо стирать эти границы. Может быть, это я не совсем, как бы я сейчас, так сказать, это в тему, но, может быть, это не всем, как бы, сейчас про стирание границ. Ну, ладно, может быть, потом как-то они перемонтируют. Перемонтируйте. Не то, чтобы стирать, а границы между людьми, понимаете? Вот их не должно быть между нами, с вами не должно быть границ. У нас с вами будет любовь на моем концерте. Я вас всех жду.